Настало время узнать о погоде на территории Верхнеуральского района в эти выходные. По данным интернет-сайта Гисметео, в субботу, 11 января, температура воздуха утром минус 16, вечером 11 градусов со знаком минус. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Ясно. В воскресенье, 12 января, утром минус 14, вечером всего минус 10. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Пасмурно. В следующий понедельник отметим Старый Новый Год. Загадайте желание и смотрите ВТВ по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своих экранах.